Всем привет! Меня зовут Айом, я учусь на третьем курсе Korea University. Это один из университетов Sky, так называемая Корейская лига плюща. И сегодня я поделюсь с вами своей историей поступления. Вот здесь вы можете увидеть содержание видео. Те, кто на меня еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки и let's go! Давайте начнем. Итак, начнем с того, где я училась и когда решила поступать за границу. Я окончила НИШ ФМН в городе Астана, мы учились там 12 классов, и вот уже где-то в 10-11 классе я постепенно поняла, что хочу учиться за границей. Для меня тогда казалось, учеба за границей — это что-то очень престижное, очень классное, что-то, что дает тебе огромный толчок вперед и просто море возможностей. И по факту так оно и оказалось. Тогда я не планировала поступать именно целенаправленно в Корею, но точно знала, что хочу учиться за границей. Наверное, всем, кто смотрит это видео, больше всего интересно узнать, какие у меня были результаты экзаменов, оценки и мое портфолио. Давайте с этого и начнем. Я была круглой отличницей, окончила школу на Алтынбельге, поэтому у меня был максимально высокий GPA. И в последний год школы я уже готовилась к поступлению за границу и сдавала такие экзамены, как IELTS. Это экзамен на знание английского языка. Я получила 7.0. Этого более чем достаточно для поступления в университет. И также я сдавала экзамены SAT Reasoning, потому что я хотела очень поступать в Америку. Туда требуется этот экзамен. У меня там был 1480 результат. И я также сдавала SAT Subject, математика и физика. Свои результаты, если честно, я не помню. И, если честно, мне эти результаты даже не пригодились особо. Я их сдавала только для некоторых университетов. А так, подавала я на специальности, такие как бизнес-администрирование и экономику в основном. Специальность моя зависела от университета, куда я подаю, от программы, вот. И так как эта специальность, в принципе, считается гуманитарной, то, в принципе, SAT subject, вот эта физика и математика, мне не были нужны, по идее. Просто так сдала экзамен, можно сказать. Изначально я вообще не рассматривала никакие другие страны и рассматривала только Америку. У меня почему-то в голове сидела вот эта вот американская мечта, American Dream, что я полечу в Америку, и в Америке все очень круто, лучшее образование там, лучшая жизнь тоже там. Я не знаю, знаете ли вы, но подача в Америке, она относительно ранняя, очень ранняя по сравнению с другими странами и другими университетами, потому что там первая подача до 1 ноября, то есть уже за год, да, до обучения. Второй поток, уже дедлайны во все университеты, закрываются примерно 1 января. За год до своего выпуска подавала чисто в университеты Америки, заполняла для этого Common Application, это портал чисто для подачи в американские вузы. Отправляла туда свои результаты экзаменов, писала эссе и так далее. И ко мне пришел ответ где-то в марте, вроде бы. И тогда я очень расстроилась, потому что университеты, куда я подавала, мне отказали. Для меня это был такой очень переломный момент, достаточно-таки стрессовый, потому что я никогда не рассматривала даже вариант, что я не поступлю в Америку. Вот я 200% была уверена, что я поступлю, и тут как будто бы все рухнуло, у меня не получилось и так далее. Я была в таком вот стрессе-депресснике в тот момент и не знала, что делать. А для меня оставаться учиться в Казахстане почему-то это было настолько не очень, что я вот прям совсем не желала оставаться здесь учиться. Уже тогда, вот в марте только, я начала рассматривать другие страны для подачи документов. И тогда я подала в Италию, в один в австралийский университет, и вот как раз-таки подала в Корею. Мой вам совет: пожалуйста, не рассматривайте только одну страну, не делайте как я. Обязательно рассмотрите разные-разные варианты, разные страны, разные университеты, чтобы у вас всегда был запасной вариант и было из чего выбирать. Значит, примерно в апреле я решила подавать в Корею. Как я выбрала свой университет? Вообще, изначально я хотела подавать в SNU, Seoul National University, но там дедлайн уже закончился. Потом я захотела подать в Yonsei, там тоже дедлайн закончился, и потом я подала в Korea University. Они все еще тогда принимали заявки. Я на самом деле сейчас ничуть не жалею, что выбрала свой университет, потому что
именно в Korea University, самая лучшая бизнес-школа в Корее. И я как раз-таки учусь по специальности бизнес-администрирования. То есть именно по моей специальности мой университет лучше всех. Поэтому я ни капельки не сожалею сейчас. Теперь давайте поговорим о том, что требовалось в мой университет. На самом деле пакет документов, он достаточно такой обычный, скажем, как и везде. Они требовали сам application, разные эссе, да, то есть self-introduction, там что-то study plan. Они как-то так называются в корейских университетах. На самом деле вы просто отвечаете на вопросы про то, почему именно вы должны там учиться. И кроме этого требовался результат IELTS, либо TOEIC. Я предоставляла IELTS, потому что, как я упомянула ранее, в Корею я изначально подавать не планировала, соответственно, корейского я не знала. Я вообще корейский начала учить уже, когда точно решила, что полечу в Корею. Вроде бы проходной IELTS там был 6.0, в принципе, чтобы поступить в университет, потому что мои друзья поступали с IELTS 6.0. И SAT не требовался, но я его отправила как optional, дополнительно, просто чтобы показать, что я сдавала такой международный экзамен, так как у меня довольно-таки хороший балл. Почему бы и нет, я его просто отправила. Я не помню, просили у меня два или одно рекомендательное письмо, но я помню, что я предоставила, кажется, два рекомендательных письма и еще предоставила даже письмо от работодателя. Я чуть позже расскажу, что, где, как я работала. И, конечно же, требовались разные сертификаты, какие-либо подтверждения вашей внешкольной или школьной деятельности, да, то есть вы это все должны были очень детально описывать, чем вы занимались, что вы делали, чем вы еще интересовались, вот, кроме учебы. И также я отправляла свой транскрипт. Транскрипт вы можете получить в своей школе, и там показываются оценки, начиная с 9 класса. Вроде бы все. Да. Я вам уже рассказала про свои оценки и результаты экзаменов, и, наверное, вам интересно, чем я занималась в школьные года, кроме учебы. Да, потому что на самом деле внешкольная деятельность — это немаловажный пункт в вашем портфолио, потому что никакой университет не хочет себе скучных студентов, да. Все хотят, чтобы студенты были умными, но еще и разносторонними. Давайте я вам расскажу, что я писала в своей внешкольной деятельности. Мои extracurriculars можно было поделить на школьные и внешкольные. В школе я была частью студенческого совета, мы организовывали разные-разные мероприятия. Кроме этого, я была частью школьного ансамбля, и вместе с ансамблем мы танцевали народные танцы и заняли в 2015 году гран-при на международном фольклорном конкурсе в Италии. Мы представляли Казахстан, и в 2014 до этого мы тоже представляли Казахстан на международном фольклорном фестивале в Чехии и Словакии. Но я считала это очень такие большие достижения. Я состояла в школьной сборной по волейболу, была главной нападающей. Ну и еще я также была мисс Ниш, я это тоже добавила. В нашей школе был такой конкурс мисс Ниш, конкурс красоты, да, вот. И я его выиграла в 2016 вроде бы году. Вне школы я также занималась танцами профессионально и танцевала с одной группой. И мы занимали призовые места в разных конкурсах, именно в номинации Pro. Я танцевала тогда вок и хип-хоп хореографию в основном. И у меня также еще были какие-то победы в батлах тоже по вогу. И кроме этого я преподавала танцы детям, подросткам. Ну, то есть все это я писала как свою внешкольную деятельность. Также, так как я работала преподавателем, работала с детьми, то у своего работодателя я также попросила рекомендательное письмо. Но на самом деле я его писала сама, и для меня его просто подписали. Мне кажется, это показало меня с очень такой хорошей стороны для университета, потому что это показывало меня как, не знаю, лидера, как человека очень увлеченного своим делом. Последние два пункта, я, наверное, их прям так сильно не раскрывала, это было волонтерство. Я участвовала в 11-12 классе в Ironman, потом Astana Economic Forum. Еще что-то я забыла. Также я ходила в модельную школу и потом год сотрудничала с одним модельным агентством, участвовала на показах и так далее. Я, если честно, даже не помню, упоминала ли я это тогда в заявке, но, возможно, я это упоминала просто предложением,
когда говорила, что я стала мисс Ниш, и что то, что я, например, училась в модельной школе или так далее, что это мне помогло. На самом деле, если вы волнуетесь, что у вас нет прям очень много достижений, то, мне кажется, их всегда можно найти, потому что, ну, не может быть, чтобы человек ничем не увлекался. Даже банально, если вы читаете книги или если вы, там, не знаю, играете в компьютерные игры, это тоже можно как-то классно преподнести для внешкольной деятельности. Кстати, я забыла сказать, что еще я участвовала в разных хакатонах. Это я тоже указывала как внешкольную деятельность или награды. А теперь я хочу поделиться историей, как я вообще чуть не пролетела со своим университетом. Оказывается, в корейские университеты вы должны подавать документы вначале онлайн, создаете application у них на сайте, все заполняете, прилагаете документы онлайн и так далее. Но после этого следующий этап — это вы должны отправить все документы к ним на почту в университет. И я подготовила все документы, как я тогда так думала, да, я подготовила все, все было идеально. И я отправила документы по почте, FedEx, кажется, я отправляла через FedEx, все было нормально, документы мои доставили, но потом, из-за того, что я волновалась, я решила позвонить моему университету и спросить, приняли ли они мои документы, все ли у них нормально. Я им звоню, и они мне говорят, что у них нет моих документов, что мои документы не приняты. И я тогда вообще не поняла, почему, а оказалось, что при подаче в корейские университеты вы должны все свои документы, которые вы получаете со школы, например, транскрипт, сертификат выпуска со школы, еще что-то, вот такие вот документы вы должны обязательно апостилировать. Апостиль вы получаете в ЦОНе, то есть государство должно подтвердить подлинность данных документов. И только после этого корейские университеты принимают эти документы. А документы, которые я отправила, я их, конечно же, не апостилировала, я их просто получила со школы и поставила школьную печать. Но суть в том, что корейские университеты не могут проверить, правдивы это документы, подлинные или нет. И поэтому они их просто не приняли. Я тогда была в ужасной панике, потому что до дедлайна тогда оставалось буквально пару дней, и я должна была, получается, заново получить все эти документы, а потом еще и сделать на них апостиль, и еще и отправить по почте. Для меня это был просто огромный стресс. Ну вот, должна была это сделать все очень быстро, и плюс именно в этот период я лежала в больнице и не могла оттуда выйти. У меня были тогда вообще связаны руки, и я очень благодарна, что в тот период именно мой брат, его друзья, мои друзья, они все подсуетились и бегали с моими документами и сделали вот этот вот весь процесс для меня. Я им за это очень благодарна, потому что если бы не они, я бы просто не поступила в университет, потому что университет не принял бы моих документов. Так что имейте в виду, что при подаче в университет нужно учитывать и вот такие вот моменты. После этого уже начался процесс подачи на визу, сбора документов, я начала уже собирать чемодан и так далее, и уже учить корейский язык. Вот, я надеюсь, что вам было интересно послушать мою историю поступления. Если у вас еще остались какие-то вопросы, пишите сюда свои комментарии, и я отвечу на них. И также можете подписаться на мой инстаграм, тикток, если вы хотите видеть именно мою жизнь, не знаю, каждый день, или просто узнавать о новостях, которые со мной происходят быстрее, чем там на ютубе.